Здоров, пацаны! Вы снова на канале Империя Зла. И сейчас, короче, мы разберем очередные бредни, сопливые бредни с Windows'а Игоря Яковлевича Рабинера, который разнылся после игры «Зенит Ростов» и назвал гол Артура в ворота Писякова голом катастрофой, таким же, как гол Андрея Шевченко в ворота Филимонова, прикинь! Да. Типа Писяков, Косяклука, Филимонов и это трагедия. Трагедия, так что мы их рекорд. Да. Покажи еще раз, как мы их рекорд сделали. О, раз, два, три. Зенитушка, дай. Да. Ох, как они ржали над нами. Ох, как они готовились в полный голос запить, что Зенит позор. А Зенит вот так на самом интересном месте взял и просто их оборвал. И это трагедия. А знаешь, что самое интересное? Что? Зрители канала или этого, или Покатушкина знают уже и так, что в концовке сезона 23-24 меня поддерживала Наталья Микрюкова, биатлонистка. Ну, вернее, физически она была Микрюковой, а когда она вышла замуж, она, знаешь, какую фамилию себе взяла? Какую? Шевченко! То есть, короче, вот этот гол Артура, это действительно как гол Андрея Шевченко. Тогда был Андрей Шевченко, а сейчас, в частности, забить этот гол нам помогла Шевченко Наташа. Да! Уроженка Вологодской области, Российской Федерации, имеющей российское гражданство, выступающая на сборную России и никуда уходить не собирающийся. Ну, короче, Рабинер-то был прав. Гол-катастрофа. Шевченко.